Вы знаете, я вообще против Олимпиады и против спорта как такового, потому что спорт убивает. Есть такая глупая точка зрения, будто спорт поправляет здоровье, ничего подобного. Спорт высоких достижений – это медленное самоубийство. Вы знаете каких-нибудь спортсменов, высоких спортсменов, долгожителей? Их практически нет. Это первое. Второе. Само вот это вот зрелище мне представляется довольно примитивным, когда одни обезьяны смотрят, как соревнуются другие, да, на ринге. Я вот совсем недавно, меня пригласили, я пошел на битву гладиаторов. Легенда, по-моему, 2, что ли, в Лужниках проходила. Здоровые мужики, потные, бились до крови и так далее. А другие мужики, тоже потные, но уже от возбуждения, кричали им что-то на трибунах. Я подумал, что то же самое было и в Древнем Риме. У древних римлян не было такой технологии. Не было лазерных лучей, которые светят блестящие шары. Не было телевидения, не было микрофонов. Но, в общем, зрелище осталось тем же, и люди не изменились. Что же касается Олимпиады, то бессмысленно, по-моему, потакать вот этой животности в человеке и тратить на это миллиарды долларов. Глупо. Лучше бы с умом потратили.